А они кушать хотят. У нас же есть что-то, да, для них? Они есть хотят, ну, в смысле, попрошайничать. То есть они питаются тем, что есть у них. Смотри, как мы даем. Угу, чисто. Интересно, с рук едят они, нет? С рук они едят? Ну, с рук, если дать. Ну, можно попробовать, конечно. Угу. Посмотри, он моет, а там гипс. То есть ты наш один лаваш использовала, да? А? Наш один лаваш использовала? Не? Ну не один, да, кусочек лаваша. Горячий есть, так что. Ну я говорю, они здесь прикормленные, вон маленький плавает. Можно еще его покормить. Видишь, как они здесь хитрые такие. Вижу. А ты видишь, видел, как они едят? Да. Еще и крякает. А спуститься выход внизу вот так, да? Да. А как вы поднимались? А мы там поднимались, с другой стороны. Чтобы ближе подниматься с той стороны. Я же говорю, у нас не как у людей все. Мы идем, все как у людей. Да, идем по обратному какому-то процессу. Ничего. Да какая разница? Так же, как ты сказал. Вы что, не собирались вообще на одну? Да. Но здесь нету такой символики, как в храмах наших. Боже святой, ты из праха сотворил человека, и из ребра его создал женщину, сочетал ее с ним как помощника, соответственно ему, ибо угодно было твоему величию, чтобы не был человек один на земле. Ты же ныне, владыка, прости руку твою, медицина. От святаго жилище твоего, и соедини чад твоих. Ministerium.